think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня обзор очередной залипаловки. Думаю, эту игру многие играли и ждут ее выхода. У нас будет сегодня на обзорчике Plant vs. Zombies, растения против зомби, PvZ. Артемка нашел ее. В общем, поехали, посмотрим, какая будет третья часть. Так, просят нас выбрать наш возраст. Давайте поставим 18. Нифига себе, как меняется. 60+. Ставим 60+. Какая, в принципе, разница. Может, конечно, это влияет потом на какие-то плюхи. Не знаю, игра, как видите, будем играть. Подгружаем. Файлы 250 мегабайт. Ссылочку на ПК-шный файл я сразу закину себе в телеграм-канал. Кому будет интересно, заходите, подписывайтесь, скачивайте. Будет доступно АПК в телеге. Посмотрим. Я играл в первую, вторую играл частично. Интересно, что будет третья. Она, скорее всего, будет еще онлайновская. Давненько я, кстати, не забегал в эту игру. Но игру, думаю, многие это узнают. И ждут ее выхода, интересно, что же будет. Она уже вышла, только доступна она еще не во всех странах, и релиза официального еще не было. Но хотя бы предварительно взглянуть на нее стоит. Так. Nice Zombie. Так, ну вот Z. Что это такое? Так. Это, судя по всему, я отключу звук. Мало ли там прилетят авторские права. Так, судя по всему, это у нас Две Тавр. Ну, поехали. Башенку ставим. Что-то опять подгружает. Ну, конечно, я не знаю. Я эту игру, вот даже если там вы в возрасте 30 и больше лет, вы все равно в нее будете залипнуть, потому что эта игра реально веселая. Она не заключена так же, как и Битва замков, чисто на донат. Здесь есть донат, но он, в принципе, по сути, здесь бессмысленный. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Не буду спойлерить. В общем, смотрим, проходим. Я точно так же, как и вы. Так, просят нас поставить растения. Окей. Первый уровень из двух, можно ускорение сделать. Ну, вот так вот. Брокколи это или что там такое? Дамажит. На две клетки не достает. Ну вот за убийство каждого этого, ну, вы постепенно получаете вот это вот солнце. Оно со временем приходит. Ну и, соответственно, можете ставить дополнительное сооружение. Так, финальное. Мы все наставили в одну. Ну тут надо еще стратегии, я вам скажу так. Тут не все так просто. Так, ну здрасте. Не, вроде должны затащить. Так, отлично. Какие-то сундуки. Stage 1 complete. Так, enable the names. The software David Blazes. Третий, but you can... Crazy Dave. Вот он, Crazy Dave. Так, time. Так, activate plans unique. Так, ability. То есть оно усиляет... Окей, получили мы тако, давайте на брокколи. Вот, брокколи у нас уже. Так, что я сделал? Я не понял, что я сделал. Первое. Punches. Это behind. Короче, что-то мы там улучшили, но непонятно что. Поехали на второй заход. Вот солнышко, как видите, набирается. Можно ставить, я не знаю, что это, скорее всего, что картошка. Ставить ее, чтобы не пробивали. Ну, вариаций прохождения игры есть очень много. То есть, ну, тут те, кто играли первую, вторую, третью
точнее первую и вторую часть, и в принципе знает принцип и смысл этой игры. Но интересно, что здесь все-таки будет еще новое, потому что эту игру очень давно все ждали. Так, Брокколи бьет, видите, плюс одна клетка получается, через одну даже. Капуста, короче, какая-то. Так, первый. Вот есть у нас мана. Вот можно за рекламу посмотреть. Плюс 4К, получить либо такие гемы. Окей, жмем Катынья и смотрим дальше, что у нас будет. Подгружает еще, видите, еще плюс 240 мегабайт. Ну, немало так она весит, я вам скажу. Так, наш дом. Маленький наш домик. Fun Street. Так, окей. Так, Town Area Unlock. Так, открыли мы наш дом. Your House. Так, Your House Level Up. Ну, вот так вот. Мы подняли что-то. Что-то мы подняли. Какая-то лошадка, пони. Поехали, посмотрим. Ой, Юмин. The pack of tacos weighed the tower and later head can't robot crab legs. And robot crab legs. Короче. Поехали. Жмакаем по подсказкам, будем разбираться. Так, есть у нас лама. Пината, basic пината, что-то так она называется. Плюс 4. X4, то есть 4 добавилось, насколько я понял, для что. Вон тупань, сейчас хата пар. Star 3. Короче, куча всего. С этим мы потом будем разбираться. Поехали хотя бы геймплей интересно посмотреть. Что же здесь интересного нового будет? Так. Зомби settings. Ага, показывают, какие зомби, что они делают. Ну, поехали. Поехали, посмотрим. Музончик здесь, кстати, специфический. Можете включить. А, видно было, по каким дорожкам будут бежать у нас зомби. Так, ставим картошину. Одна отлетела. Ну, можно стараться по-разному ставить. Так, ставим сюда. Ну, как видите, это солнышко заряд. Так, почти уже. Так, эти мелкие начинают меня уже напрягать. Фига себе, они дамажат. Вот это прикол. Нормально они жрут. О, я помню эти. Это тоже прикольные зомбики. Видите, у него дополнительная защита. Надо ему сначала его кепку ушатать. Блин, сюда бы брокколи нам. Ну, в принципе, думаю, добьем. Сейчас шапочка упадет. Самое главное, чтобы у нас сейчас через низ никто не пошел. Так, первую волну мы сделали. Получили мы тако. Вот так вот оно улучшило. Нифига себе, прикольненько. Жмем рейди. Ждем следующую волну. Так, за симметрию мы получили, я смотрю, какой-то бонус. Что он дает, я не знаю. Думаю, скоро мы узнаем. Еще симметрия. Они, наверное, скорее всего, как-то усиляются. Плюс 43. То есть, чем больше собираете, походу, симметрию этих, убрать нельзя, да? Получается, что нельзя.
Ну, как видите, в принципе, ничего такого сложного, можно даже нажать ускорение. Можно даже там его ставить, но видите, не особо. Работать будет так. Давайте на x2 ускоримся. А можно сзади, видите, можно сзади закидывать. Ну, затащили. В любом случае затащили, ничего сложного нет. Так, рекорд, симметрия, и это все влияет на какие-то быстрая победа, на какие-то очки. Так, мы получили дополнительные юниты, 29 каких-то монеток. Не знаю, что эти монеты означают. Ну, в общем, позалипать реально в игру можно. Я не знаю, что дальше будет. Мне интересно, что будет все-таки дальше. Так, что-то у нас тут new есть. Первый левел солнца. Это все недоступно. Так, это наш... здесь мы можем улучшать. Нифига себе, сколько здесь всего есть. Инфо. Use. Так, вот мы этих можем улучшить. Ага, монетки нам нужны для улучшения. Отлично. Уже они у нас второго уровня. Так, exit. Так, опять нас просят сюда. Что-то мы можем сыграть. Какие-то Mastery Reward. Начать этаж, башня какая-то. Интересно. Зомби Power, ваша Power. Ну, сила. И у вас тратится, опять же, один ключик. Армированные зомби. В общем, поехали. Ага, видите, 50 плюс 200. Интересно. Ну, будем разбираться по ходу. Ну, интересно, интересно, разные зомби. Конечно, по сравнению с другими, небо и земля. Так, ну что, пробуем. Ставим. Раз, два, нифига себе, смотрите, как накидываем. Ну, надо симметрично, видите, линии ставить, тогда будет бонус. Так, первый уровень есть. Улучшаем. Плохо, что нельзя никак убрать. Да, симметрии нам тут уже по этим не видать. Попробуем сейчас собрать мелких. Так. Ничего себе, с собачками злые. Жестко, жестко, конечно. Ну, не знаю, мне нравится такого плана игры. Вы пишите в комментах, как вам, кто играл. Игра, знаете, так, детская вроде для залипания, но, блин, есть не что-то такое интересное. Так, отлично, затащили, ну, не вытащили всю симметрию. Получили монетки. Так, получили мы, и мы продвигаем какой-то... Ага, это ежедневный, я так понял. Открываем, получаем определенные плюхи, монетки.
за определенное прохождение. Так, есть премиум. Он активирует на целую неделю. Вот так вот. Ух ты, столько тут всего. Ага, это обычное, это премиум. И вот, вот что можно получить с них сразу же есть. Так. Характеристики. Эпические 75. Редкие 3%. И монетки. Ну, в общем, такого вот плана. То есть, такой мини-донат, я бы сказал. Так, хорошо. С этим разобрались. Следующий левел. Третий у нас. То есть, видите, здесь какие-то уже определенные... Ага, здесь надо уже лопата. Вот так вот. Хорошо. Магазин. Магазин нам еще недоступен. Ну, поехали, сыграем. То есть здесь берут участие ваши герои, которых вы прокачаете, то есть растения. Что накачаете, что получите, то и будете использовать. В принципе, здесь успеваем. Ух ты, нифига себе. А этого мы не достаем. Flying zombie, I can't shoot flying zombies. A little bit. Интересно. Интересно, это интересно, ребята. А что с ними делать? Против них надо что-то особенное. Ага, надо семена, чтобы она расстреляла. Нифига себе, тут улучшение, конечно, жесть. Короче, ребята, здесь целая стратегия, я так понял, будет. Ага, можно получить фри. Это ежедневные плюхи. Так, можно посмотреть рекламу. Короче, куча всего. Монеты. Самики, пената, можно открывать семена. Chill effect. Типа усилялка. Можно и усилить. Ну блин. Я не знаю, игра прикольная, мне нравится. Давненько я уже не играл. Так, на 8-м левеле у нас откроется. И на 6-м новые локации. Ого, нифига себе, сколько здесь всего есть. Жесть. Так, хорошо. Player ID. Игра. Аккаунты. Ну, то есть можно присоединить. Инвентарь — это то, что у меня есть. Скляночки, upgrade plant food ability. Ага, в лаборатории. Короче, это все улучшалки у нас. А, моя команда. Это мои герои. Это откроется. Это у нас дом. Я так понял, тут прохождение идет. Не знаю, интересно. В общем, будем дальше разбираться. Я не буду затягивать видос. Кому интересно, переходите по ссылочке в телегу. И там у меня чекайте АПК-шный файл. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.